Сегодня, 15 мая 2014 года, Санта-Сусана, Испания, объединенные чемпионаты Европы по бодибилдингу, фитнесу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Портал islabs.ru. Я Александр Тимошенко и Сергеевич Дмитрий, президент Федерации Молдовы по бодибилдингу и фитнесу. Также в прошлом выступающий спортсмен, абсолютный чемпион Молдовы, Приднестровья, себе титул не приписал. Чемпион Молдовы среди юниоров и призер множества молдавских. Дмитрий, несколько вопросов тебе как президенту, тебе как человеку. И первый вопрос заключается в следующем. Скажи, пожалуйста, вот ты президент федерации, расскажи что-нибудь про свою федерацию. Ну, я бы сказал, наша федерация уже 12 лет. Молдова проводится у нас 10 лет ежегодно, 2 года не проводилось, были сложности, но это было уже не при мне. Вот. Хотелось бы отметить, в этом году именно я считаю, что Молдова ярко представила своих спортсменов. Ну, ярко для нашего уровня, но, в принципе, это довольно-таки неплохо, поскольку раньше о Молдове никто не знал. Уже после прошлого чемпионата Европы, который состоялся в прошлом году в Кишиневе, о нас уже узнали. Уровень наших ребят ежегодно растет. Спасибо там ребятам, которые помогают компании Молдовы, нашим спортсменам. Будет легко и непринужденно, если ты назовешь тех, кто вам помогает. Стесняться не надо. Не секрет ни для кого. Та же фармкомпания Кермоджи помогает очень сильно ребятам. Оплачивает им поездки, оплачивает им подготовку. Сейчас, я, насколько я знаю, представители компании ко мне заезжали и сказали, что ежемесячно будут платить спонсорские премии. Стипендия? Стипендию, да, каждому спортсмену. Также они сделают форму. Ну, очень отлично подошли. На чемпионат Молдовы половина износа, который организовали, компания заплатила. Следующий вопрос. В прошлом году в Молдове прошел чемпионат Европы среди мужчин и смешанные пары и женский бодибилдинг. После этого произошли определенные какие-то кардинальные или прямо во время чемпионата кардинальные изменения у вас в федерации. Что произошло? Что было? Во время турнира бывший президент, мой товарищ Аурелиан Горя, сказал, что он переходит в Федерацию спортивной медицины, он возглавил ее спортивной медициной и по борьбе с допингом. И не сможет уже Федерация одновременно координировать. И легко, конечно, легко и непринужденно отдал этот пост. Поскольку, в принципе, Европу мы делали с ним вместе. Вот, и справились. Просто очень много лишних разговоров в сети. Совершенно непонятных, которые говорят, кого-то обвиняют, кого-то наоборот награждают. Будь ласков, поставь, пожалуйста, точку на всех этих разговорах, чтобы они все были прекращены. Еще раз хочу сказать, очень много шума вокруг джипусских в нашей федерации. Ничего плохого я этого человеку не желаю. Хочет, пускай существует, просто в другой федерации. И все, в котором возглавляет WWPF, там какая-то их название, не знаю. Пожалуйста, хочет, главное, чтобы не лил грязи, ничего. Против него я ничего не имею. Все скандалы, в принципе, вокруг него движутся. А Урел с ним имеет какие-то недочеты, но я думаю, что... То есть это какие-то на уровне личных взаимоотношений? Да, я думаю, что не более чем, поскольку всплывают какие-то деньги купленные, что я напугал Урела, забрал у него федерацию, купил эту федерацию. Ничего я не покупал, я его награждал на соревнования, он так и остался на посту генерального секретаря. Очень доволен, делает свое дело отлично. Все спортсмены довольны соревнованием. Следующий вопрос будет продолжение того ответа, который ты дал. То есть, если все было бы плохо на самом деле, то федерация бы умерла, загибалась. А на самом деле в этом году, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что, как, кто готовился, фамилии, тренеры, возможно, опять же повтори, кто спонсоры, легко и непринужденно, так сказать, давай, освещая свою деятельность. Неделю назад прошел чемпионат Молдовы. В принципе, скандальное соревнование на уровне шоу-бизнеса, поскольку выступал известный рэпер-певец Джиган, который выиграл новую категорию физик. Категория небольшая. Поэтому его уровня вполне хватило на сегодняшний день, чтобы ее выиграть. Он довольно-таки неплохо выглядит, подкачанный, нормально. Второе место занял в абсолютке Приходько Саша, всем известный питерский спортсмен, который был очень доволен категорией, он свою выиграл. Сказал, что приедет в следующем году, подтянет ребят.
Потея Виталик приезжал с показателями. Молодец, хороший парень также. Что выиграли, это уже показывающий себя на чемпионате. Яковлев Владимир, который 3 раза выиграл Москву по юниорам. Сейчас он здесь со мной на чемпионате Европы. Калестру Виталий, 3-й на России по классикам, выиграл свою категорию. Известный, в принципе, всем российским ребятам. Зал был забит полностью. Если молдавский бодибилдинг загнулся, такого бы не было. Если на Европе, я помню, заняло ряда 4 сидели зрители, то Молдова продали все билеты абсолютно. Мы устроили лазерное шоу, световое, всем очень понравилось. Тебе самому нравится руководить федерацией? Я доволен, потому что я что-то могу наконец-то сделать спортсменам. Помочь договориться со спонсорами, чтобы их спонсировали, хорошие призы дать. Показать им. Молдову я делал так, как бы я хотел себя видеть выступающим спортсменом на этой сцене. Не просто так турнир на отмазку, а именно вот как бы я хотел это видеть в идеале. Походив в шкуре спортсмена, посмотрев по сторонам, ты теперь можешь четко, уверенно и легко делать так, чтобы было удобно не только тем, кто организует, но и... В первую очередь, самому себе мне нравится это, что ребятам нравится. Сегодня на чемпионате в Молдовы кто-то есть? Из сборной Молдовы будет кто-то выступать? Владимир Яковлев юниоров представит. Как бы надежды у нас большие, хотя он после травмы трицепса. Вот. Но надеемся, что, по крайней мере, таких ног, как у него, я еще не видел. Скажи мне, пожалуйста, получается, я видел заявку, он заявлен был и среди мужчин. 85 килограмм, по-моему, 90. Да? До 90 он будет выступать? Будет, но это так, проба пера, как бы на нее особо ставки нет. Это будет доводиться завтра. То есть сегодня у него пробный старт среди мужчин, да. Прожимается, а завтра выступает среди юниоров и очень сильно хочет что сделать? Выиграть, конечно. Надеюсь, выиграть. А когда мы сможем с ним снять интервью? Сейчас мы его найдем, он здесь приходит. Прямо сейчас? Он сидит, да. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Вон Владимир там сидит, подъедает ресорт. Я понял. Тебе большое, Дима, спасибо за то, что ты выделил нам время. Hard Muscle. Hislabs.ru. Я думаю, что ты смотришь, следишь за нашими успехами. Каждую, мои лайки везде в Фейсбуке. Понятно. Спасибо тебе еще раз большое. Вову, давай сюда. Amix Advanced Nutrition presents Amino LAU Core. Benefits. Recommended use. Amino LAU Core. Only in Amex.